Если вы смотрите это видео, то попали на мой канал, с вами Рефер, и сегодня мы с вами вновь проходим кооперативы. Да, у меня уже было однажды видео, я на него оставлю ссылочку в самом конце. Прохождение кооператива. Сегодня мы с вами пройдем 3, 4 или 5 кооперативов, посмотрим. И памяти много, и давайте мы с вами начнем с чего-нибудь более простенького, наверное, с рейда какого-нибудь. Ладно, начнем с чего-нибудь, даже не знаю, Найзена. Он нужен мне для Юруичи, поэтому мы на него сейчас сходим. Нужно 8 штук, но у меня есть 2. Поэтому нужен еще 4 штуки. Фу, 6. Да, идем за Ичиго. Сейчас мы погоним. Извините за неудобство. Кота выпустить. Я тут у себя наверху сейчас. Он внизу в дверь скребется. В ту сторону, да, из комнаты. Во, сейчас бы ждали меня. Господи, чувак, ну зачем ты? Так. Ты не туда немного пришел. Когда надо, они не приходят. Когда не надо. О, смотри, 3, 4, 5. Ну, блин, ну нафиг ты с 9-го. Сейчас бы с 5-го, ой, 6-го пришел бы вообще к топчик. А как будто я не знаю, что надо идти уже, все. Зашел. Пару секунд прошло, уже напишешь, давай, let's go, уже погнали, погнали. Тотошера. Серкан. Кранк Эйс. Да уж, ну и никнейм у вас. Ну, это самый тупой никнейм. У Юкио, который Тотошера. Ну, потому что никнейм, ну, имя главного героя не очень. Особенно Тошера. Тошера — это вообще ни о чем. Мы все прекрасно знаем. Так, пацан, мне одна хпочка нужна. Потому я ее заберу. Дальником надо учиться играть. А я привык ближниками играть, у меня дальников мало. Так, он не загрузился, видать, еще. Ну ладно, что уж поделать. Ну, чувак не успеет красивый удар сделать, то, что я ему все испортил. Га-га-га-га-га. Ну, это вообще одни дальники. Ой, в смысле, одни ближники. Это хорошо. Давайте заряжаемся. Отлетим вот сюда. Подождем большой волны. Такая пойдет. Потому что я сразу 2 убил. Ой, что это за хрень была? Я использовал прием, но он его не использовал. Гениально. Так, ульта моя. Пошли, он у меня сфокусировался на ульте. Опа! Красавчик. Кто ближе к ульте, тот ее и забирает. И у кого она мощнее? Ну, у меня она явно мощнее. Мощнее, чем у него. Но мы за 2 ульты завалили 3 боссов. Найс, неплохо. Топчик. 4,5 минут всего проходим, поэтому... Айзена не дали. Поэтому мы сходим еще раз. Не, давайте сходим на Ями. Вот как раз у меня 5, плюс 5 билетов есть, поэтому с вами пройдем 5 коопов. Я хочу аранкаров поубивать. Да. СПМ у Ичи, как вы видите, не очень много.
Ну а что поделать? Вот. У меня ичиг опять получился в ХП. Что? Вот только этот ичиг у меня в СП. И смотрите, Кен сколько атаки. Смотрите, сколько у Икаку атаки. О, Ханаме. Господи, что ж ты делаешь-то? Ты видел этого чувака? Он просто... Господи, как так можно? Старые игроки поймут, о чем я. Так. Шинира. CC.Jordan. Бличтр. Да уж. Самый странный никнейм это у первого. Одно звездное сердце, двухзвездное сердце. Кстати, новенькая картиночка, я, по-моему, об этом говорил. Complete accessory fusion trails to earn resources such as evolution powders of Book of Secret. Ну, сколько мы там рубим? Не очень много, я бы сказал, но все то, что у меня и мало очень СП. Видите, сколько я этим приемом снесу. Пацаны, может, бусните, а? Ну, это маленько. Я постою здесь. Вы там валите, пока я подожду. Ух, ни хрена себе слабенько. Это мощно. Тогда ладно, я ошибался опять, как всегда. А этот свалил вообще. Пацаны, мне нужны обе хилочки. Не обессудьте, но мне нужны обе хилки. И то я не восстановил свое здоровье полностью. Давайте не будем и используем. О, нифига. А чё на меня буст не сработал? А, это он этот War of Wars использовал. Сугда. Вот если он рестница, то он школьник. Он школьник. Ладно, это значит, что он нубас. Потому что это настолько простой рейд, что воскрешаться вообще нет смысла. Но я не буду воскрешаться, потому что меня не убьют. Все логично. ХП мои. Мне срать, я создатель, мне все можно. Я жду мощную волну. Ну, вот таких вот, например. Слабоватеньких достаточно противников. Я тебя в броню могу убить. Но я этого делать, конечно, не буду. Слишком лень. Давайте, валите его. Чё ж. Господи, Кен 150. Вот ты в каком веке живешь? Тебе до сих пор персы 150. Где ульта моя? Вон она моя. Понял, да? Никакому Кену ульту не позволить. Бейте его, чё? Ну, сколько мы там... Давай, ну же. Всё. И ни одного не выбили. Ями. Гад. А кто у нас здесь? Улькиора и вот этот член. Может, он говно? Этот, как его? Люпи. За Люпи. Блин, офигеть, не выпал. Не дали его в бонус. Хорошо, пойдем на следующий копчик. А следующий у нас с вами будет за Итига. Потому что это будет рейд на... На синие книжечки. О, да. Именно так. Сейчас будет троллинг такой, знаешь, типа бы. Ставим, типа, ни в чем не бывало, да. Сейчас люди зайдут. А я такой, опа. Я такой, опа, погнали.
Одного линка не хватает, он 150 не прокачан. Все, еще будем всю ульту забирать. Хе-хе-хе-хе-хех. Ну, одну ульту мы с вами точно заберем. Не знаю, что второй, но одну мы уберем. И они спросят, зачем? А я такой, за надом. И все. Зачем? Затем. За каким? За таким. Чего? Того. И так далее. Бустить даже не буду вас. Где пустые? Тут же должны быть пустые. А вот они. Буга-га-га-га-га-га-га-га. Буга-га-га-га-га. Чего ты орешь? Так, ведем себя как нуб игрок. Подставляясь по удар. Смотри, сколько у меня хп. Его очень много. Чего? Ну чего? Блин, ну кот так жалобно мяукает, как будто что-то такого хочет прям вообще. Играть что ли хочет? Вы слышите это? О, запрыгнул ко мне, ты чё? А, он ласки хочет. Так, ты давай не шуми тут, а то... Я тут всё-таки играю. Ну чё ты на меня залез, уйди. Да дай поиграть, ну... Пусть от хилку оставит. Оставлю им. Моя все равно ничего не сделает ульта. Можно, конечно, попробовать, но. Что-то тоже не особо сильный у него ульта. Лучше бы он Ичиго. А, Ичиго вообще сотого. Чё вытащили? Да ладно, нафиг, серьезно, что ли, книжку вытащили? Одним заходом? Блин, это все потому, что я и как пошел. Пошел бы, че, говорят ли, вытащил. Ты офигеть. С первого захода, народ. Вы своими глазами это видели. Блин, вот это повезло, вот фортануло-то, а. Сразу книжечку. Получили сразу книжечку. Так, ну чё, давайте мы с вами сходим теперь на самое сложное. Вы видите, кого я беру, и вы знаете, куда мы идем. На Фрэнзи! Пантера! Фрэнзи. Да. Открываем комнату. И ждем, пока все у нас загрузятся. Да уж, слепой дебил зашел к нам смотреть с Нанао. Он читать вообще не умеет, у него, походу, глаза просто вы... У него нет глаз. Он не умеет читать. Написали 25% кристалл дропа. Нет, зашел вообще пустой. Что за дебилы, ну? Не умеет играть совсем. Читать не умеет совсем. Что написано? Ты-то хоть с кристалл дропом, ты красавчик. Все, пойдем. Этому жиду сейчас на халяву дадут кучу кристаллов. Потому что у нас у троих... Точнее, у двоих фул кристалл дроп, потому что у одного у него не фул, потому что он идет за Тенсу. Но если у него есть ТС, то тогда пускай. А если нету, то зря он пошел.
поставил на Тенсу все такие клевые аксы. Ой, такие линки, точнее. Клевые. Не понимаю, почему они с СПшником, садовником ставят атаку? Сейчас. О, Кермита задавил. Вы же никогда не видели Кермита. Но вы можете его увидеть. Тем временем мы с вами уже почти завершили этот уровень. Остался последний этап. Кто ульту взял? Красавчик Тенс. Замолчи! Ну чё он орёт? Я вообще не понимаю. Не понимаем этих животных. Хилочку мне. А ты уверен, что у тебя ульта мощная? Давай проверим это. Кого мощнее, у меня или у него? Ну-ка дай бусну. Не очень. Нормально. О, Гримджоу вычислили. Отлично. Одного грима мы вытащили. Сколько кристаллов вытащили, интересно? Сам ты дура. Он меня оскорбляет, и далее. А где большие? Они все в средние ушли. Ни одного большого не вытащили. Ну и последний копчик. Я не говорю, что видео короткое, видео достаточно длинное. Следующий копчик будет последним, и он будет за... Зайчик. И это будет очередной рейд на Айзена. Мне нужен Айзен, мне нужно 6 Айзенов еще. Такой свист. 6 Айзенов еще надо. Вот сейчас буду на коп ходить, чушь пойдет-то. Потому что коп он гораздо лучше убивается. Их может 3 выпасть. Очков больше дают. Тому быстрее. Еще и в бонус могут дать. Так что вот такие пирожки. Господи, это самый разнообразный чувак. Он все 3 основных атрибута поставил. Зеленый, синий и красный. Этот вообще пустой. Вот этот вот вообще пустой пришел. Но он, блин, с ИЧГ и Вайзен. Я вот это у него такой же выбор был. Только у него вряд ли там Барган был. Но у него был ИЧГ и Вайзен. А у меня он был, но я выбрал Баргана. Надо было все-таки Ичига, потому что Ичига может Вава вообще никак не выбить. А Барган еще и триных будет, он еще этот будет в улинках. Ой, в придатках. Как и Дангай, скорее всего, и Айзен. Но мне нужен только Дангай, потому что и что Барган, что Айзен у меня уже есть. Ведь заметьте, у меня с витрин X2. Постоянно почти не хватает только одного перса из 3. Например, Дангая не хватает, а была витрина Айзен и этот самый, как его. Айзен и, собственно говоря, кто там? А, и Барган. Потом была витрина X2 еще вот с Ичига. А нет, вот Кенпачи, Тошера и Каку. У меня есть Кенпачи и Каку. Потом витрина Рирука, Ренджи и Рукия. У меня есть Рирука и Рукия. Нафиг мне Ренджи. И потом Ичига зеленый. Тоса Ичига и, собственно говоря,
Исида с Гинджоу. И есть у меня Исида и Ичига. Но нет Гинджоу. И теперь представляете, вышла витрина, вот этот самый, как его, степап первый. Там есть новый, был новый Ичига, вот этот вот, которого сейчас видите у меня. Потом Тесе Ичига и оранжевый Гримджоу. И, конечно же, у меня есть Ичига оба, но нету Гримджоу, понимаете? То есть у меня по два, у меня очень часто из этих витрин крутых по два из трех есть персонажей. И это достаточно круто. Но из-за одной из них нету того, кто нужен. А именно Дангая. Еще нужен Нейтора с Гином. И вот опять, да, еще витрина это самая, как его. Сейчас скажу, вот Гин, Рэдсу и Джушеры. У меня есть Джушеры и Рэдсу, но нету Гина. Просто жесть. Куда же стреляешь-то? Аж звук лагает. Расстреляли. Расстрелять. Так, ульта моя, понял? Сосыпи сос, моя ульта. Вот так вот. Будешь знать, как мою ульту воровать. Я тут создатель, я должен ультовать постоянно. Меня не остановишь. Кимпач, ты буснул бы. А то сейчас этот... Нам прикольно, если этот он реснится сейчас. Это будет так клёво. Он сдох и реснулся. Вы ничего не слышали. Это все ваше воображение. О, выпал. Найс. Осталось 4 айзена. Ну что ж, все копы завершены, 5 штук, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если понравилось это видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео, вступайте в игру ВКонтакте, следуйте по всем ссылочкам в описании и обязательно смотрите видео, показанные на экране. Всем удачи и всем пока.